решеточка. Решеточка. Вот такой грибочек. Мы называем его решеточкой. Растет, любит расти в песке. Шляпка такая явно коричневая. Под низом настоящая решетка. Видите, поэтому и называется, показываю вам, поэтому и называется решетка. Вот такая ножка, ножка твердая. Вот это прекрасный съедобный гриб. И он очень вкусный. Значит, отправляем его в лукошку. Здесь у меня что есть? Еще решеточку нашла. И тут белый. Решетка. И, кстати, когда обрезаем ножку, она потом чернеет. Чернеет. А здесь решетка. Поэтому мы называем его решетка. Приехали за зонтиками. А нашли уже шампиньоны белые, решетки. Зонтиков, ножки от зонтика видели. То есть люди, наверное, тоже разобравшись, как и мы, поехали за зонтиками. А находят уже хорошие грибы.